Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. У меня давно уже не выходили ролики, последний раз это было 3 дня назад, когда я потратил $48 на Джокера, а потом сделал обзор на Джокера, но про это уже все забыли, и, конечно же, нужно что-то новое завести, и, честно говоря, я не думал, что до 200-го поединка я сумею записать какой-то интересный видос и, конечно же, продемонстрировать вам что-то прикольное. Но нет же, разработчики, они такие... Такие, знаете ли, сидят и думают: блин, ну этот чел 48 бариков потратил на одного Джокера, когда все остальные тратили всего лишь 12-10 долларов на данную карту. Поэтому давайте мы просто-напросто ему поможем и выдадим ему эпик. Поэтому да, ребят, сегодня я гарантированно вам продемонстрирую наконец-таки эпик-карту. Честно говоря, неожиданно она мне выпала, не помню даже на кого я ее поставил. Вот она, схрон путешественника во времени. Получил ее бесплатно, бесплатно получил эпическую карту. Знаете, в игре сейчас получить бесплатно эпик в рандомном поединке для меня, для многих, возможно, это изи, но для меня это почти нереально. И то, что мне выпал эпик с какой-то рандомной башенки, там, поединочка, это прям жесть. Я даже не потратил на это деньги, вы понимаете? Мне кажется, нужно просто это выделить как-то, когда я ролик буду записывать, и написать то, что на эту карту я даже не потратил денег. Давайте перейдем в коллекцию, в снаряжение. Перед тем, как мы начнем 170-й поединок с данной башенкой, я вам хочу продемонстрировать вообще, в принципе, что у меня сейчас на данный момент имеется. Нет башни, эдинийская башня, башня ужаса колдуна. Не вижу, не вижу, не вижу земного царства. Не добавили, что ли? А, нет, вижу, безумная башня. Все, вижу. А, вот, и как вы видите, вот такая вот экипа у меня на данный момент имеется. Это две редкие экипы. Осталось выбить только экипу как раз-таки на самого Терминатора. Редкую, чтобы собрать как раз-таки бруталочку и, возможно, ею тоже немного поиграть. Учебный полигон 4-го слияния, неожиданная херня, которая у меня прокачивается, карнавальная пойло и билет обманка. В общем-то, в принципе, папа на выходные даже имеется, теперь у меня два папы вместо одного, и грешный хлыст... А, да, у меня нет отца, и это первый отец, поэтому у меня появился папа. Но это не важно, это не важно. Безумная башня, переходим в нее, 170-й поединок, поехали. Ребят, на сайте gamegold.ru появилась связь с консолью. Теперь всего лишь за 250 рублей вы сможете получить алмазного персонажа и 1200 душ. На протяжении 30 дней вам будет каждый день прилетать по 40 душ, когда вы заходите в игру. Все это очень просто. Переходите на сайт gamegold.ru и приобретайте данный набор. Плюс появился набор души по 2022. Там всего лишь за 200 рублей вы сможете приобрести себе 2000 душ, и вообще неимоверное количество душ, сколько вам нужно, вы сможете купить без особых проблем. Просто переходите на этот набор, нажимаете души пак 2022 и можете даже 20 тысяч душ себе взять. Ссылочка на сайт будет в описании под этим роликом. У меня довольно часто спрашивают, почему я не записываю вот эти вот промежуточные бои, потому что я играю чаще всего одним и тем же отрядом, мне неинтересно это демонстрировать на самом деле, просто потому что людям уже не интересно смотреть на то, как я играю одним отрядом. Я это и не показываю, просто я играю для себя по большей части в игру, и когда мне говорят, типа, записывай другим отрядом, я такой: камон, нахрена мне это делать, если у меня есть мой отряд элитный, которым я тащу все поединки, зачем мне подстраиваться под какой-то определенный отряд и нагибать именно им? У меня нет такого интереса, я в первую очередь собираю коллекцию. А для коллекции самое главное это... Ну, я думаю, вы сами понимаете, что самое главное для коллекции. В общем, ладно, давайте сейчас мы потырим немножко одного персонажа. Здесь я даже в блок уйду. Играю пока что Джонни Кейджем из-за того, что сейчас здесь вот переключение вот этих вот... накопление энергии. Накопление энергии стало какое-то рандомное, дебильное, прям очень-очень дебильное. Мне прям это очень сильно не нравится, поэтому я играю, честно говоря, одним Джоником до сих пор. Просто вот здесь я блок хотел поставить на самом деле, но мне ждали блок поставить, конечно. В угол, когда персонажа зажимаешь, он сразу же тебе дает блок поставить. Так, давайте здесь замену сделаем и далее спецприем нанесем. Хорош, думал, спецприем второй снова появится, но не тут-то было. А, блин, смена и сразу же, так моментально. Так, ладно, он меня не она меня не добьет. Просто этот же персонаж, она перехватывает моих персов, поэтому кто знает, что могло произойти. Ай, ай, ай-яй-яй, больно, больно, колется, колется.
Выживи, пожалуйста, спасибо огромнейшее. Спасибо, спасибо. Теперь мы можем здесь наносить спецприемы, потому что у меня единичка здоровья всего осталось. Мне даже отнимать нечего, по факту, если так задуматься, поэтому проблем вообще никаких нет. Вот так вот. И последний, как раз таки черепошку снимаем, черепошку последнюю. Давай, 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 вот так, он накапливает спецприемы, у него быстрое накопление силы появилось. Хорош, 41 секунда остается. Так, вот здесь я добивать не буду, потому что другое движение было. Но меня все равно добили. Ну ладно, неважно, неважно. Главное то, что мы избавились от одного персонажа. Остается только с лысиком как-то разобраться. И надеюсь, у нас еще есть время, чтобы это сделать. Так, наверное, здесь я смену заюзаю. Оп, давайте вот так вот сделаем. Кстати, можно было привязку заюзать. Спецприем первый бы здесь не помешал. Потому что сейчас я не хочу играть против Китаны. Поэтому, наверное, давайте все-таки привязочку заюзаем. Все-таки привязочка будет у нас. Так, хорош, выпускаем персонажа. И снова хотел, чтобы восстановился спецприем второй. Он ни хрена не восстанавливается. Вот как так-то? Вот как так-то, игра? Вот объясни мне, пожалуйста. Так, ну и здесь меня избивают. Но так как у меня была защита включена, да, не хватает пока что экипы, чтобы с первого раза проходить данные поединки. Но то, что я с первой попытки нанес достаточно неплохое количество урона, это круто, это классно. И это все благодаря экипировке. Еще раз ее открою, потому что, может быть, и вы ее плохо рассмотрели. Это схрон путешественника во времени. 50% вероятности получить усиление после использования любого спецприема. Усиление может суммироваться определенное количество раз в 3. Каждый последующий спецприем наносит на 5% больше урона, чем предыдущий. Эффект может суммироваться определенное количество раз в 5. На Джонике это прям смотрится идеально. И 150% увеличения урона в башне безумия. Как раз таки в той башне, в которой я нагибаю. Поэтому переходим на следующий поединок и снова, естественно, нагибаем. Ну, по крайней мере, я буду в это верить. Плюс у меня там сверлят, у меня там дрелят. Сейчас 35 градусов, находиться в квартире практически невозможно. В особенности так еще и ролики записывать. У меня прям веселуха сейчас на самом-то деле в городе. Я как на Ямайку какую-то приехал. Так, хорош, в Майами. В Майами, вот, именно в Майами. И я сейчас как будто бы в Майами нахожусь. Так, ну и тут смена. Пробитие блока, ненавижу. Ненавижу пробитие блока. Как же я не люблю пробитие блока. Ладно, давайте здесь обычными ударами играть. Да, конечно, здесь спецприем первый дал жару, но не настолько, насколько хотелось бы. 40 кесов я пробиваю критами, 26 тысяч. Думаю, сейчас отнимем у нее мы здоровица прям. Ах, блин, исчезла, мразь, вы посмотрите, как она резко исчезла. Резко прям, резко взяла и исчезла. Нет, не добивай, пожалуйста, спасибо. Блин, он сразу же схватил меня, вот мразь. Хорошо, что у меня... Да, блядь, ты охуел, персонаж. Мрази. Как они так быстро спецприемы накапливают? Меня бомбануло немножечко, потому что, ну, это нереально. Ничего не успеваю сделать. Тупо берет, хватает, накапливает спецприемы. Нереально, невозможно. Бомблю. Так, что мне выпадает здесь? О, бурайчок. Кстати, а здесь выпадают ли алмазки? А, либо это на 180-м поединке, я не совсем тот запустил. Но это не столь важно, это не главное. Главное, это то, что 170-й поединок я прошел достаточно быстро, благодаря вот этому вот великолепному отряду. Всего-то ничего, две попытки. И я уже почти на 200-м поединке нахожусь, что очень даже хорошо. Я играю лучше именно на андроиде, на iOS я вафлю очень часто. О, не полученные награды, давайте глянем, что у нас тут пропустить, что я забыл забрать. Души и монеты, блин, как я так посмел не забрать награду. А вот, все, теперь забрал, теперь все хорошо, теперь все замечательно. В принципе, вот такой вот ролик получился. Я получил, наконец-таки, эпик. Прошел 170-й поединок с двух попыток. И ждем уже, наконец-таки, 200-го поединка, чтобы там протестить немножечко отряд и пройти сразу же две 200-е битвы на двух разных аккаунтов, на iOS и Android. Это будет, мне кажется, интересно. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока!